18 июля в дюсе номер 15 по конному спорту города Рыбинска прошел ежегодный турнир, посвященный одному из коней школы «Шансу». Этот серый жеребец принес много первых разрядов и побед воспитанникам школы. За эти заслуги ему посвятили соревнования. В этом году обладателем Кубка «Шансы» на высоте до 120 см стала Ксения Кузнецова на кобыле по кличке Хоббей. Второе место заняла Сухова Эльвира на коне по кличке Эластик. На третьем месте Поздеева Елена на Мемори. В конкуре до 100 см победителем стала Андрейка Евгения на великолепной Мабрис. Второе место заняла Шевченко Мария на великолепной Мабрис. Третье место занял Арсений Быков на Оскаре. На самом маленьком маршруте для детей до 80 см победу одержал Марк Крачков на налете. Второе место заняла Перевезенцева Анастасия на Леди. Третье место заняла Беляева Алина на Повелителе. Спасибо за просмотр.